Новый год настает. Дед Мороз, Снегурочка и дружная команда компании «Лада Медиа» поздравили с наступающим Новым годом жителей тольяттинского пансионата для ветеранов труда. Встреча прошла очень тепло и душевно. И, конечно, Дедушка Мороз вручил каждому подарок. Иван Шумилин с подробностями. Пусть Новый год начнется с доброты. Пусть Новый год начнется с красоты. Вот так по-доброму, со стихами, песнями и поздравлениями прошла встреча сотрудников «Лада Медиа» с подопечными пансионата для ветеранов труда. Подарки от Деда Мороза и Снегурочки и просто общение. Такой праздник подарил радость всем. Чудная картина, как ты мне родна. Белая равнина, полная луна. Люди готовились, наряжали само отделение, наряжали пансионат, украшали, ожидали, писали письма новогодние Дед Морозу. И, конечно же, это их и подбадривало, и вот создавало настроение новогоднее. Важно для наших подопечных, и важно внимание общества. И огромное вам спасибо, что вы нашли время, пришли, поздравили наших проживающих. Проведя несколько часов в пансионате, мы познакомились с замечательными, добрыми людьми. У каждого постояльца своя история, свой жизненный путь. Но у всех особый душевный настрой, желание поддержать и порадовать друг друга. А каждому человеку, конечно, всегда нужно внимание, теплота и душевное участие. Когда все это есть, то сердце наполняется особой радостью, и человек по-другому начинает смотреть на мир, на жизнь. Вот для того, чтобы подарить тепло нашей души, сегодня мы здесь. И для того, чтобы поздравить всех подопечных Дома ветеранов с наступающим Новым годом. 5 минут, 5 минут, бой часов раздаться вскоре, помириться из тех, кто в ссоре. Это мероприятие показало, что делать добрые дела несложно, а самое главное – приятно. И главная цель достигнута – это вера в новогоднее чудо. Иван Шумилин, Владимир Никитин. Новости Тольятти.